Общественный театр для детей и подростков «Алтын-Орда» при Культпросвет объединении «Уральска» поставил новую пьесу «Сырым-Батыр». Историческая драма приурочена к 280-летию Сырыма Датова. Юбилей народного батыра отмечают повсеместно в регионе с начала года. Данная постановка – одна из ключевых мероприятий в широкой программе. В общественном детском театре на сегодня занимаются порядка 60 подростков, а в пьесе помимо них задействовали студентов и специалистов Культпросвет объединения. На это мероприятие мы пригласили потомков Сырым-Батыра, его родственников – сырымоведов. Хотя сейчас мало ученых исследует путь этого исторического деятеля, но все же они есть и присутствуют на встрече, чему мы очень рады. Ставил спектакль известный режиссер Самал Абуов. Объединить такую армию людей, причем непрофессиональных актеров, перелопатить большой пласт истории – серьезная задача, с которой опытный драматург справился на высоком уровне. Эту постановку я решил начать с малых лет Сырыма, раскрыть его поэтический талант и весь жизненный путь. Ставили пьесу мы вместе со специалистами Культпросвет объединения. Раньше до меня эту пьесу инсценировал мой творческий наставник, заслуженный деятель Казахстана Мурат Ахманов. Теперь я. Я изучил его труд, дополнил, чтобы максимально показать миру нашего народного героя. На подготовку спектакля ушел месяц. Главную роль Сырыма Датова в детстве сыграл 11-летний Алижан Тургали. В театре «Алтын-Орда» он занимается уже третий год. Для меня очень важным и эмоциональным является диалог с Малай Сары. Этот момент раскрывает всю роль. Я впечатлен, мне самому очень понравилось. Особо трудно не было, мы репетировали в своем театре имени Гагарина. Основная мысль исторического произведения «Сырым-Батыр», авторы которого Кашгали Мухамбетукалиұлы и Рахымжан Отарбаев, посредством юных талантов со сцены драматического театра была доведена до зрителя. Творческая группа готова и далее радовать своих поклонников новыми постановками. Алмагуль Джампиисова, Асланбек Саламатов, Армат Рахмеджанов, телеканал «Акжаик».